символ, был практики, все практики Рахмани. Там художественные образы, там ну, документальные слова, там кадр, когда обидели Рахмани, и он шел, там лавочки, там духанчики спят, что-то меня спросили, ну, зачем ты это делаешь, а он здесь с картиной жираф. Я говорю, я не знаю, почему я это делаю, просто святой Николай стоит надо мной и плетка бьет и говорит, рисуй. Единственный момент, когда я себя чувствую человеком и самым хорошим человеком на этом свете, когда у меня получается какая-то работа. Я ее сделал, утром работал, вечером закончил. Вот вечером, когда я выхожу, вот я себя чувствую самым большим человеком. Хотя эту картину никто не видел, а на утро я замажу смолой. Я опять буду себя чувствовать, что, в общем, таким ничтожеством. Я сам, по-моему, я ничего не понимаю, что происходит, что такое жизнь, как она происходит. Ольга Ефимовна, там в стихах есть. Страх рождает желание, желание рождает печаль, а печаль рождает песню. Филини слова мне нужно ровно глаз воды, чтобы я бросал туда камни. Когда все бросают туда камни, мне хочется спокойствия. Через противоречия всегда происходит. И, наверное, художника отличает от других людей та черта, что он не хочет быть таким, как все. Если бы все были бы художниками, голову по трамваю я бы не писал. Я был бы спекулянтом. Я думаю, это самая лучшая черта в человеке, без сомнения. Одна из хороших черт. Иначе бы не было бы прогресса. Так как я живу всегда с чувством греха, иногда так бывает, что опять что-то натворил, мне плохо, мучить совесть, хотя мне казалось, что ее у меня почти что нет. Чтобы как-то убить мысли, отвлечься от этих мыслей, бывает бессонница, я всегда ложусь спать, когда вспоминаю. Я просто хочу на лошадь, маленький, хочу на лошадь. Где-то была огромная красная лошадь, которую я очень люблю. И я на этом успокаиваюсь. Я скачу, и наскакиваю до утра. Свобода, но от памяти не свобода. Бывает это, остается эта память. То хорошее, теплое. Вспомни бабушку, которая делала хлеб. Земля, по-моему, не самая совершенная планета на этом свете, и общность, это люди, которые живущие здесь. Сейчас, наверное, это всегда так будет, а такого дела, когда бы ребенок не плакал, когда бы кто-то кого-то не убивал, не обманывал, по-моему, на этой планете это уже невозможно.